Или нам надо частоту написать? Или вы хотите... А, понял, где высадиться? Ну, туда, короче, едем все. И будем обходить, типа, как улитки такой. Главное слева. Вниз, потом влево, потом вверх. И... Да. Уменьшать, значит, зону. Рез примерно я нарисовал. Зеленый ромб. Там стоит точка. Один-один, стоит точка. У меня ничего нет. Я поставлю самую точно. Ну, ставь тогда. Будет точнее. Красно. Не сильно. А там через арку можно проехать. Там есть такая трубе ворота такие. Можно проехать. Ну или объехать, в принципе, по шуму, чтобы не сориентировались. Запускай. Угу. Они были. А это разве имеет значение? Были ли они готовы? Ударить? Я могу ударить кого-то. Бей всех. Бей их всех. Хоть что-то там у нас. Лестница, ребят. Канал? Первый канал, дефолт? Я тут раз и не настраиваю. А. Просто берем лестницу и ведем нас вообще без лестницы, идем. Берите все тактические лестницы. Офигеть. Домик сделай. Залезайте, тебя. Это было тактичней. СМ2. Я СМ2. Но с ними близко. Как пойду ботсов пол. Все, уезжаем без гонок. Погоди. Подожди. Ну, валите. 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 Там стол с окогом есть. Не надо никому. Кто берет? Суд принимает. Кто принимает будет у нас? Или мы суд? Я первый. Возьми Тарахайма, можешь вообще один не подраться, если сперва. Так, он еще сейчас сажу. А мы типа чехи или кто мы, или немцы? Чехи. Судя по флагу и Кронос надписи меня. Чешская Республика. На клюнике хорошие, нет, но... Где это? Я вон таки. Сейчас есть, да? Тут горить. Нет. Гони вперед. Егора, ты видишь пока сориентир? Догонять. В принципе, один вот взял верно, да. Так что нормально. Линия одна слева. Шведения вот по ножному возьмут. Нормально, мы едем. Сейчас с ней сбежаем. Единственная горка. Левее, левее. Влево, да ты пошел. Влево. Тигрил, проверно возьму, ты едем что-то. Все на солома. Вот возьми чуть правее пару градусов. Вот так вот. Так, подъезжаем. К желтому сектору. У них РПК есть, кстати. А, кстати, вот впереди холм. Это наша высадка. Которую мы заехали, все. Так, тормози. Минус 39. Что с этим делать? А у меня минус 61. 143. 140. Вы о чемся? Ну хинт выскочил. Правильно, сколько дань? Слишком далеко мы ехали, сели. Зачем так? Я не совсем понимаю, что это читать. Может быть, из 360 надо вычесть 160. Или противоположно наоборот. Там что-то труп, что ли, лежит?
чем я побежал ближе. А, стой, куда? У нас время ограничено. Так, есть стоп. Там бежит кто-то на нас, бежит кто-то на нас. 200 РПГ, дом 200. Да-да, 200 с левого, дом на 200. Какой дом? Слева на трёх этаж? Двух. В окне, в окне, в окне. Наверху. Дом мертв, мертв дом, все. Хорошо, херуль, сделали еще. Тут не знали, что мы отсюда идем, согласен. Вот выстрелите хоть кому-нибудь. Подавляем. Что? Там? ПГ-ху забирайте. Зарядился, перехожу. Слава богу. Хин, пускай какие-то есть какие промежутки времени. Калаш, ты все слышишь, надеюсь? Это я. Это я сам. Как нас отличить по лестнице? Я лестницу скину, а лестница боговала, весила, короче, 100 килограмм, это нормально. Короче, в заметках не написано, как часто он выскакивает. У меня лестница боговая, весит 45 килограмма, я, пожалуй, не хочу носить. Нам не обязательно было об этом говорить. Вижу, откуда огонь видит. Подавляйте, ранен. 250. Приколюха. А что не стреляете-то? Я не вижу, откуда. Я вижу, с холма, что... короче. С холма, да. Управление по... 250. Юго-запад. Юго-юго-запад. Блин, я что-то не вижу. Дом это... Что за туман? Нет, это не оттуда. Вот сейчас вот этот последний стрелял, вот оттуда. Из этого дома, из окна. Я пошел на холм. Из дома в цирке? Да, из дома за холмом. Его просто не видно. А на холм можно доехать? Я узнаю. Что это сейчас? Да, сейчас пиши. Сейчас слепая глупо. Вот пока не подъезжай, Флай. Они слышат тебя. Так, вижу с лестницы, кто бежит. Это я, наверное, бегу за холм. Еще возможно, что он на минарете. Обработка. Ну, слышите, это... Как он в доме ниже минарета. Прям под минаретом дом, короче. И он там. Ближе к нам или вдали? Без понятия, где вы, поэтому я не могу сказать. Беду холм. А, 120. Флайер, нет, неправильно. Лучше заезжать надо, где есть. Здесь можно прикрыться минаретом от окошка, в котором торчит пацан, и обстрелять этот дом хуя. Походу, да я... надо 360 минус 128. Получим 240 где-то. Вижу еще одного. В этом же здании, где... Это с другой части города вообще. А тут дофига целое. Очень вот близко. Дымы есть, ребят, могу дымить. Короче, флайер. Нет, пока не буду стрелять.
Береги дыма, дома ломать будем. Снайпер меня, что ли? Этот? А, нет, там не снайпер был, там был просто... Снайпер правее, сильно в разрушенном доме, в котором верхушка разрушена. Точно в дом забегает? Свой, да? Да, правильно, флайер. Там на последнем этаже снайпер сидел. Подымить, нет? Там мы далеко. Короче, флайер. Да. Где же ты, чудо, сидел? Коздоник. Ну, вроде плавно. Да? Тепло? Да. Не жирно? Ну, один, единственный на всех. У вас же тоже были там. По крайней мере, один точно на руке. Ну, по крайней мере, в верном направлении идем, судя по карте. Шумно этот пулемет, ужас. Сейчас маслина словит. Кто-то еще умер? Спитер что-то там залип. Он вообще активен? Он активен. Судя по всему, кого-то маслит в спину своих. А Сдоник все-таки убил краба. Блин, что-то кочегар даже не поцарапал. Банзе, кстати, слышу, что вы там дырки еще есть. Сука.
Я его увидел все равно. Так, сейчас банзай, банзай, сейчас шмальнет. Здравствуйте. Да. Чё-то я такой косой. Тут все такие. А кто этот VIP? У него вот даже шмотки другие. Под кочегаром же прям. Чё, теплак, что ли? Ну, кочегар, да, да, теплак. Кочегар знает, что у него там есть. И банзай знает, что там есть кочегар. Не сохраняется. Что же они будут делать с этим знанием? Да. Вот Гонза про этот дом я раз пять, наверное, пытался вам рассказать. Я в этот дом зарядил смог со временем. Где банзай сидит? Чё-то по нему не видно никаких следов. Вот тоже. Надо было дымом кинуть, дымом. Сломался дым. Это уже секретное оружие. Да. Банзай на хомик подняться, мы и стрельнуть. И всё. Ну, ну. Что-то он не туда, по-моему, бросил. А вот и Аздоника почти выбили. Да. Я и хотел сказать по Аздонику. Снова уползает. Прям на крыше сидит. Ага, это Спитер, да, там сидит? Угу. Убили, да? Ай. Крас. Спитер, Спитер. Крас. Чё? Чё? Извини, я, блин, вижу чё-то голова и не вижу, слой не слой. Типа, я, блин, облудился. Слабое объяснение. Хотя, по-моему, меня облудил другой. Да, я в тебя с ПГ фиканул. Нет, я был мёртвый. Или ты уже... Или... А, ты уже мёртвый был только к этому времени? Да, я... ладно. Тогда ну, просто... это ещё хуже, опыту. Прикинь, ты даже мёртвую голову не в силах отличить. Так я, блин, я в теплаке-то, я в теплаке вижу только одну голову, и вообще ты из-за приёма. Как отличу её, скажу? Бонзай лезь. Белая, черга. А чё со спектаклем? Бил? Почему не включается? Ай-яй-яй, не вот. Ух ты. Эффект? Ладно. Да. Это чё, всё что ли? А с Доник живой ещё не всё? Я там с ней переговоры вел. Ну, как обычно. Он шёл на переговоры? Да, там.
А Зданик сменил дом? Блять, как я его не убил-то, ёмы? Что вроде в голову попал, нет? Кто-то меня... Крепкая голова. Кто-то меня башит. Бонзай. Долго там меня выкуривали. Да, они больше, по-моему, Маздуника боялись. А у меня одного, когда я на приклад ложу. Ой, ну как, на стенку опираю, оружие виснуть начинает. Не надо в плече в этот момент прицел включать. А, спасибо. А после того, как уже поставил, тогда уже можно включить. Да в патче так сделали? Да нет, это изначальный глюк такой. Что-то раньше не замечал. Вот буквально вчера заметил. Чё прослушал? О чем вы говорите? Когда ты смотришь, да? Ну, как бы в прицел и в это время shift-up нажимаешь, вернее, shift-пробел, то начинает игра подлагивать. Это вот неприятно. Есть там какой-то, да, всегда был. Бонзай вылазил, что ли? Я пока на приклад положил, пока... Причем я замечал, что это, по крайней мере, у меня работало, когда я пытаюсь в опыт вставлять. Сошки. И когда в этом доме был, слышал этот крич? Ты обе кричал просто на крике. Тебя просто драка, так, как Гонза, на обычных там объектах? Или тоже в окнах пойдёшь? В окнах. Это именно вот с окнами такая хрень. Mm-hmm. Я замечаю с самого начала там. Я вчера первый раз заметил, или позавчера, не помню уже. Думал, это с новым патчем такое. У меня, кстати, не только на окнах, и на трубах, и на стенках, на косяках, имеется в виду, тоже такая же почему-то. Но когда включен прицел. Когда прицел не включен, все нормально. А вы о чем? Тихо. На сушке ставят. А. На земле, если поставить на землю пулемет, допустим, все нормально. Аздоник решил сгруппироваться. А я думаю, ему ноги вышибут. Он живучий, зараза. Кто ко мне в дом зашел? Бонзай, наверное? Да, Бонзай. Нет, первый, которого я убил. А если бы хинт корректно работал, дал корректную цифру, было бы гора. Проще, потому что ни хера себе непонятно. А, чё я тут? Ты в доме был или где-то был? Я короче, изначально подбегаю, на восток, слышу машину вашу там, короче. Ну, пытаюсь выглянуть в окошко, этот дятел достает РПГ, короче, и встает во весь рост. И потом дальше, по мне, это идёт шмальба со всех стволов. Так тебя что убило? Я не знаю, по мне... Стреляли, по-моему, со всего это, с РПГ тут не пальнули. Ты в домике, по которой знаешь, выход на крышу, да? Да, этот, который в самом начале вы нашли. Я просто, короче, только подбегаю к нему, слышу, короче, звук машины, ну и откупись. Я его, значит, такой кратко. Ворон, да тебя видели, как ты даже в дом забежал, поэтому у тебя шансов не было. А, ну, так я Ворона убил еще. Он прикольно. Короче, решил занять там позицию, этот дядя достает РПГ, короче, встает во весь рост, и я умираю. А, окей. Так, сам, вон он, ладно. Кого убил, кто меня стрелял, короче, он в дом заходит, и я РПГшка в дом. Или не убивал, или не убил, даже не знаю. Сейчас Кронос, по-моему, увидит, или Кроноса убьют. Что, кстати, что я за туман такой? Где-то в кошмар войны. Это, кстати, написано же в заметках, погода постепенно ухудшается. Ворон, ты интересно, враг нас видит, а мы его как бы нет. Ты не вешал, нет? Это из-за того, что он выше находится. Ну ладно. Вообще непонятно, где проблема тумана. Еще, короче, мы получится тупили, потому что бот спитера зажиди урпг. А Сдоник в хамлике? А спитер сам ушел в другую команду. Ну как бы я и есть спитер, ну спасибо. Я понял. Бот спитера. Категорий, как договорился в КВшке? Минус один, да.
Да я думал, я тебя убил, я что, не попал ни разу? Попал. Ну, блять, я думал, в голову тебе так уж на раз. Ты убежал перезаряжаться. Да я ранен тоже, не попал. Ой, это на пешками ты загнал, все ясно. Потом слышу, ты бежишь там снизу. Кто он? Он так вовремя загнулся. Да. Раздольник так нервничал, у каждого спрашивал. Убил, убил, ты убил? Он... Просто он кровожадный. Да, наверное. Они знают, где Кронос. Все, рашите. Соседние села на диск. А, они сели вместе, да, туда? Mm-hmm. Да. Ну куда стрелял? Поменялись местами, теперь они... Эх. Как, это было просто жестко, это... Один выстрел. Он ранен. Звери. АВ.